Вече меня зовут Усама. Как меня зовут? Усама. Ты переживаете, фамилия не Билладин. У меня есть другая фамилия. Я скажу мою фамилию, чтобы общались со мной в контакте в Одноклассниках. У меня есть фамилия Омар. Такого гида вы не найдете нигде, даже ни в контакте, ни в Одноклассниках. Как меня зовут? Усама. Я хочу, чтобы вы знали заранее. Предупреждаю. Усама значит лев. А если Асама, значит Аслих. Усама лев, Асама Аслих. Хорошо, мои земляки, почему мои земляки? А, сейчас я скажу вам. Наш водитель, самый хороший водитель вообще, его зовут Ахмед, он был водителем во время Второй мировой войны, бой Сталинграда, водитель танка Т-34, если вы знаете, защитил очень хорошо на заводе Волга в 1942 году. Нам нужно название для группы, почему? Потому что когда мы остановимся, тоже у нас есть другие группы, у них есть компания Тестур тоже, остановимся с нами, и мечеть.